Архангел Михаил, Откровение, часть 3. Скажи, пожалуйста, а в чем измеряется помощь и как ею можно пользоваться? Я имею в виду ангела и человека. Его объекта охраны. Здесь двоякое измерение, поскольку не только ангел влияет на событийный ряд, также и человек очень даже может менять ход событий и помогать ангелу выполнять его непосредственную работу, либо откровенно мешать ему. А в чем измеряется эта взаимопомощь? Чтобы было понятно, улыбками. И со стороны человека, и со стороны ангела. Удивительный ответ, просто улыбками измеряется. Здорово. Поскольку в предыдущей главе я объяснял, связь между человеком и ангелом, она составляет единый тандем, как велосипед, на котором едут два, и у руля может присутствовать как ангел, так и человек. Могу сразу сказать, что когда рулит ангел, дорога бежит быстрее и меньше препятствий встречается на пути. У человека это определяется подъемом во всех аспектах его жизни и деятельности, поскольку доверие выстраивает прямую защиту самому человеку от любых непредвиденных и неожиданных поворотов. Когда же человек упрямо стремится за руль, тут не избежать падений и ушибов. В любом случае, как правило, все ездоки в определенный период своей жизни уступают место ангелу и начинают помогать ему быстрее добираться в пункты назначения. Эти пункты перечислять не будем, поскольку они для каждого человека разные. От счастливого брака и покупки дома до успешной карьеры и так далее. Архангел Михаил, скажи, как можно научиться безошибочно пускать своего ангела-хранителя за руль? Мы ведь всегда хотим набить себе шишек сами. В этом и заключается прохождение уроков в земном воплощении. Ты даже не представляешь, насколько этот процесс прост. Вот проще, наверное, ничего нет. Утром после пробуждения пригласи ангела сесть за руль. Прямо так и произнеси: «Ангел-хранитель, сегодня нас ждет путь, где я прошу тебя быть водителем на нашем транспортном средстве». Вот и вся премудрость. Пару дней будет казаться, что совсем ничего не происходит, затем начнется процесс прозрения. Все больше будет хотеться ехать в комфорте, с ветерком, не заморачиваясь вождением. Больше времени будет оставаться на созерцании объектов, которые непременно сопровождают любого путешественника. И если слушатель твой получает эту информацию, значит, он готов к таким взаимоотношениям со своим ангелом-хранителем. Благодарю тебя, Архангел Михаил. Приняла Оксана Камяна.